Просто мне очень не нравится вот этот плакатик. Вот я только что проезжал на машину. Это неприкрытая агитация, которая запрещена законом. Самый смак в уголочке в Нижнем. Остальное более-менее, скажем так, кто что хочет, тот то и видит. Это похоже на безобразие. Милонов вообще-то всем известный у нас в городе. И он это делал и в прошлые выборы. То же самое была агитация за Единую Россию. А сейчас за одного из кандидатов агитация. Это просто безобразие. Может быть, но это не я вешал, не мне за нее отвечать. Я, в принципе, если бы был бы избирателем, да, может быть, я бы тоже бы там жаловался или высказывал какое-то недовольство. Это вообще не в нашей, то есть я был настолько же удивлен, насколько и вы, когда увидел, то есть на школе плакат.